На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Коробов Максим, 6 лет, Нижний Новгород. Василий Теркин. Нет, ребята, я не голый. Не заглядывала вдаль, так скажу, зачем мне голый? Я согласен на медаль. На медаль и кто-нибудь сверху. Вот закончили войну, вот был отпуск, я приехал в родную сторону. Буду злых, если едва ли, тут поем, а не гадай. Ну, скажу, насчет медаль, мне ее когда подай. Но без песлов я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое, человек ушел с войны.